29-летняя Ида Галич поставила себе цель стать стройнее, чем до родов. За 2 месяца ей удалось сбросить 15 килограммов. Певица и телеведущая 7 февраля родила первенца, сына. Малышу дали красивое редкое имя Леон. Ида погрузилась в материнские хлопоты, но не забывает уделять время и себе. Звезда заявила, что активно занялась похудением и поделилась первыми успехами. Спустя 2 месяца, минус 15 килограммов и более 10 сантиметров в талии, более 10 сантиметров ушел живот, около 8 сантиметров потерялись на бедрах. Я, конечно, сильно разожралась во время беременности, но ни о чем не жалею. Ибо это было лучшее время в моей жизни, рассказала Галич. Молодая мама сообщила, что до прежнего веса ей осталось сбросить 7 килограммов. Достигнув этой цели, она не собирается останавливаться. Ида заявила, что будет продолжать работать над собой, чтобы избавиться от комплексов. «Хочу, наконец, привести себя в комфортное для себя состояние. Чтобы хоть раз в жизни открыть руки. Это мой самый большой комплекс. Я хочу с помощью спорта и питания, наконец, сделать себя такой, какой я предстаю в своем воображении», призналась видеоблогер в Instagram. Галич добавила, что после родов врачи запретили ей заниматься спортом 2 месяца. Неделю назад звезда наконец-то смогла вернуться к тренировкам. Недавно Ида показала нежное видео мужа с новорожденным сыном. В интервью Ксении Собчак она призналась, что никогда не целуется с супругом Аланом Басиевым на улице.